Итак, история покупки в Алло через приложение. Заказал у них зарядку MagSafe, оплатил через приложение, платил на транзакции. Где код закрываю заказа, стоило 1949, 505 скидка, 1044. В итоге заплатил. Так, на следующий день прихожу в магазин Алло, а они мне говорят, что, мол, вашего заказа нет. Вы ничего не покупали, мы вам ничего не дадим. Я им оставил отзыв на сайте, вот этот вот все верхний. На что они мне прислали через какое-то время сообщение по электронной почте. Сейчас я его продемонстрирую. Вот. Вы залишили відгук. Але він не пройшов модерацію. От интересно, а почему? Одна звездочка не нравится. Негативный отзыв им не нравится. Вот так вот Алло работает. А вы потом заходите, смотрите. 5 звезд на всех этих заказах, все комментарии. Везде все довольны. А они потому все и довольны, что негативный отзыв увидеть физически никто не может. Он не проходит модерацию. 5 звезд прошло, 1 звезда. Не-не-не, не прошло модерацию. Вы не можете увидеть. А в итоге и товара нет, за который деньги были уплачены. И вернуть деньги нельзя, потому что опять-таки в компьютере заказа нет. Отменить ничего нельзя, а соответственно денег нет. Вот вам и пожалуйста, покупайте в Алло через приложение банковской карточки. Это же капец как удобно, прям я же не могу. Сейчас зайду еще что-нибудь через приложение закажу, чтобы мне на следующий день сказали, а мы ничего не знаем, вы ничего не заказывали. Денег нет, заказа нет, идите нафиг. Вот так вот.